Внимай, земля, народы, племена. Бог говорит, глаголит, поди и устрашись. Не нужно никого нам обвинять, что смертным саваном покрыта жизнь. Смерть царствует от праотца Адама. Никто не избежит ее оков. Нас не спасут ни мощи, ни храмы, лишь Христова кровь. Лишь Христова кровь, через кровь Христову, праведную кровь. Это песнопение. Не умирает умерший в Иисусе, и сон в небесах, где вечный свет. На вечере Господней верный вкусит, на все ответ, его ответ, святой ответ. Это, кажется, марш Бухенвальда. Никто не умирает только во Христе, там ночи нет и храма в небе нет. Пасхальный гимн и неземной припев, Христос есть истинная жизнь и вечный свет. И опять припев. Святая Библия, закон от Иеговы, раскрыта для воскресших христиан. О, люди мира, будьте же готовы, войны не бойтесь и смертельных ран. Люди мира, вот тут это. Слушайте, слушайте, как проповедь набатом и громче колокольного трезвон. Зовет раскаяться, прийти к Христу в объятия, сбросьте сон, гоните сон, пробудитесь и гоните сон. 15 марта 2006 года. На мотив «Люди мира», на минуту встаньте.